Экс-президент США Билл Клинтон госпитализирован с диагнозом заражения крови. 75-летнего политика положили в больницу во вторник, но обнародовали эту информацию только в четверг. Сообщается, что Клинтон находится в отделении реанимации, но сделано это только для того, чтобы обеспечить его безопасность. Врачи заявляют, что экс-президент хорошо реагирует на лечение и надеются скоро выписать его.